Читаю стихи русских поэтов, знакомых, совсем незнакомых, начиная с 18 века по сегодняшний день. Алёшин Виктор Георгиевич, Амурская область. Пшеничный зреет колос, качаясь, извиня. Родной до боли голос зовет, зовет меня. Земля, где имя дали, и где с друзьями рос меня, из дальней дали зовет на сенокос. Март. Март кончается нелепо. Разве нет? Взгляни сама. Мирно спят под хмарью небо день весенний и зима. Возле пасеки, где прежде вьюга плакала навзрыд, фиолетовый подснежник на одной ноге стоит. Он смельчак. Ему не страшно, что совсем невдалеке серебрится снег вчерашний. Снег, не тающий, в руке. Земная ось. Где-то в недрах, под нами, по наклонной насквозь шар пронзает земная многотрудная ось. Все проходит над осью, кроме полюсов двух, и сады, и колосья, и ромашковый луг, города на просторе, волны синих морей. Наше счастье и горе проплывают над ней.